медичної допомоги – волонтер. Вчить рятувати людей підручними засобами, проводить тренінги для дітей і дорослих. Так, доброго ранку. Рада вас знову бачити в нашому прямому ефірі. До того ж, у нас така сьогодні серйозна тема, але її мають знати всі. Отже, ми сьогодні будемо говорити про те, що робити людині, якщо стало погано, і саме проблеми пов'язані із серцем, так? Так, 29 сентября був Всемирний день серця. Так как сердце, сердечно-сосудистые заболевания и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний это занимает первое место в мире. 16 октября, кстати, будет Всемирный день запуска сердца. И к этому дню во всем мире люди проводят тренинги, проводят занятия по оказанию медицинской помощи при помощи сердечно-сосудистых СЛР. Отже, що ми маємо робити? Тому що постійно на сайтах на різних пишуть різну саме технологію, як робити, що робити, як людині допомогти. Але яка саме правильна? От що робимо? Перший крок, наступний і далі. Протокол спасіння кожні 5 років пересматривається і вносяться змінення. От, і по сьогоднішньому, так сказати, протокол спасіння – це європейський, американський, тобто протокол. Нажатий має бути 30. Два вдоха. 32 вдоха. Если у нас нет клапана защитного, который защищает нас от заболеваний, которые потерпевшие, то мы нажимаем 200 раз, 10 секунд мы слушаем, дышит, не дышит. Я сейчас пытаюсь показать вам за 10 минут вот этих самые основные алгоритмы при спасении человека. Так, мы разумеем, что там долго треба це все. Конечно, это 8-часовой тренинг целый. Самое первое – это безопасность. Самое первое, безопасность наша, как спасателя, это наша безопасность. Если мы видели, человек лежит на земле, то есть мы не бежим к нему, не пытаемся оказать помощь. Мы сначала должны задать вопрос, почему, что случилось, почему человек лежит. Окликнуть человека с расстояния. Если человек не отвечает, если отвечает, значит замечательно, он дышит, он нас слышит. Если он хотя бы какие-то звуки произносит, значит он дышит. Если человек не дышит, мы ищем обязательно кого-то, чтобы помочь нам. Мы просим человека, если у него есть телефон, спрашиваем, какой номер скорой помощи, потому как в стрессовой ситуации люди часто путают номера, часто даже имя бывает забывает свое. Мы спрашиваем, видимо, человек адекватный, если мы были с товарищем, замечательно. Человек, у вас есть телефон? Вы помните номер скорой помощи? Если человек, да, какой номер? 103. Если 103 занят, какой еще номер? Можно позвонить 112, служба спасения МЧС. Можно 101 набрать. Или же 102 полиция. Потом просим этого товарища, оставайтесь в безопасном месте, я подойду ближе, посмотрю, что с человеком. Начинаем обращаться громко к этому потерпевшему. Мужчина, вам нужна помощь? Я могу вам помочь? Вы меня слышите? Вам плохо? Ну, такими фразами громко. Это не только для пострадавшего, и для людей, которые окружающие будут идти рядом и увидеть эту ситуацию, что лежит человек, один с телефоном, а второй что-то пытается сделать сверху. И могут люди неправильно понять эту ситуацию. Когда мы будем громко обращаться, всем будет понятно, что мы пытаемся оказать помощь. Мы знаем, что в таких ситуациях люди начинают сбираться. Это же, наверное, может завадить. Сбираться и снимать на видео. Это в кращем стане. Да. Итак, мы оставили спасателя. Допустим, мы с вами шли по улице, увидели, лежит человек. Да? Сначала вопрос, что случилось? Оглянулись вокруг. Если это проезжая часть, это может автомобиль вас сбил. Если это стройка рядом, значит, может быть, какой-то строительный материал, кирпич упал на голову, ну, допустим. Если какие-то провода торчат, на земле валяются, может, он наступил на провода. Или же, допустим, в темном переулке, может быть, ну, грабители его побили, забрали телефон, какие-то ценности. И вот в то время, когда мы подойдем к нему, а в стрессовой ситуации нас включается только тональное зрение. Мы не будем видеть, что происходит в 2 метрах от нас. То есть сначала нужно посмотреться, что навкруги да, еще. Мы должны убедиться в том, что нам лично безопасно. Потом мы делаем шаги на спасение человека. Итак, я оставляю, допустим, вас здесь. У вас есть номер телефона? У вас есть телефон? Есть. Вы помните номер скорой 103. Помощи? Набираю. Если 103 занято? 101, 102 або 112. Отлично. Так, я помню. Хорошо. Я вижу, что вы адекватные, что вы не испугались, не убежите. То есть оставайтесь здесь в безопасном месте, а я подойду ближе, посмотрю, что с ним. Угу. Мужчина, вам нужна помощь? Вы меня слышите? Вам плохо? Ну, такими фразами. Вам помочь? Если человек не отвечает, я подхожу обязательно со стороны головы. Так, потому как со стороны ног это немножко небезопасно для моей жизни. Подхожу, и мужчина, я издаю звуки,
Потому как есть люди, которые не слышат, они могут не услышать нашу речь с закрытыми глазами. Я проводил занятия для людей, которые не слышат. Вот они отлично читают по губам, они по мимике понимают нас, а вот когда глаза закрыть, они не услышат. Дальше мы должны похлопать его, я буду показывать, потому как вот, с безопасного расстояния постучать по земле. Тогда мы проверяем это. Проверяем, да, человек в сознании, не в сознании. Вот. Дальше я должен потрясти за плечи. Но обратите внимание, я беру вот таким образом, так как если я возьму таким, человек может просто ударить мне по голове. Если я не знаю, это для меня тоже опасность. Итак, я постучал по плечам. Человек, если не реагирует, я говорю: Татьяна, пожалуйста, вызывай скорую помощь. Угу. Татьяна, какой я номер набираю? Я набираю 103. 103 заняты, следующий. 101, 102, 112. 101, вместо Миколаев. Угу. МЧС, доброго дня, слушай, что трапилось? Мы что говорим, где мы находимся, что мы видим? Да, мы шли по улице, увидели, человек лежит, да, примерно сколько там лет, 20, да, он лежит. Вот, мы к нему обращаемся, мы его пытаемся его позвать, он не реагирует, он без сознания. Хорошо, мы вызываем скорую. И кто вызывал скорую помощь? Обязательно фамилию называем, да? Ну, и кто встретит скорую помощь? Если это какие-то, говорят, если какие-то, это, ну, какие-то дворы, должен обязательно кто-то выйти и помахать, встретить скорую помощь. Тобто, якщо я набрала, то я можу піти і зустріти, так? Ми должны коммуницировать. Угу. Тань, беги, встречай скорую помощь. Угу. И так. Дальше. Так, що ми робимо далі? Ми должны проверить, если человек не реагирует, да, мы его трясли, мы обращались, мы стучали по земле, он не реагирует. Мы должны проверить, дышит он или не дышит. Каким образом? Конечно, на манекене это сложнее, чем на человеке показать. Итак, я сажусь в позу спасателя, это очень важно. Вот видите, на коленях это устойчиво. Я могу дотянуться и к его ноге сюда, и туда дотянуться. Аптечку убираю пока. Дальше. Человек, когда лежит на земле, это опасное состояние для человека. Так как человек, если без сознания, лежит на земле, значит, мышцы в нем все расслаблены, и язык, это тоже большая мышца, тоже расслабляется и может запасть и перекрыть дыхательные пути. Для этого нам нужно вот таким легким движением немножко голову ее приподнять, голову, мы натянуть вот так. Когда мы так делаем, натягиваются мышцы, вот, человека, и открываются дыхательные пути. Дальше я открываю ему рот вот таким образом. Угу. Я открываю, нажимаю на челюсть, открываю ему рот и смотрю во рту, нету ли там жвачки, конфета, там зубов поврежденных. Вот. Открыл рот, если там ничего этого нету, я ложу ручку сюда на диафрагму, да. Я своим ушком и щекой должен наклониться таким образом к его рту, чтобы услышать теплоту его дыхания, чтобы услышать звук его дыхания и краем глазом увидеть, как поднимается рука. Метод называется «чую, бачу, відчуваю». То есть я должен задействовать три чувства своих. Зрение, обаяние и слух. Если выключить свет, я хотя бы услышу или почувствую. Если будет шумно на улице, я, может быть, не услышу, зато я увижу, как поднимается рука. Да. Угу. Итак, 10 секунд. 10 секунд, это навык, можно потренироваться. 10 секунд надо просчитать вслух, а секунда примерно пробегает, когда мы говорим 501, 502, 503, или же и раз, и два, и три. Вот. И запам'ятовуйте. Да, мы говорим вслух. Почему вслух? Когда мы говорим вслух, мы себя начинаем потихоньку успокаивать, мы четко отмеряем ритм. И пока я считаю 10 секунд, я должен уловить, сколько раз поднялась рука, сколько раз мне человек выдохнул. Это очень важно. Итак, я ложу ручку, запрокидываю голову, открываю рот, посмотрел, там ничего нету, придерживая голову, ложу ручку сюда, наклоняюсь к его ротику и смотрю на руку и считаю. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и 10. Итак, условно наш потерпевший или пострадавший условно 3 раза вдохнул. Я видел четко, как 3 раза поднялась моя рука, я услышал его дыхание. Вот. Я говорю: Таня, он дышит, но без сознания. Угу. Для этого это учат в садиках Европы. Деток, ручку мы отводим, его ручку сюда,
На человеке лучше это показывать. Эту ручку ложим за ушко, ножку противоположно поднимаем. То мы развертаем. Да, и мы ее поворачиваем на бочок. Человека повернули на бочок, называется стабильное боковое положение или видновлючее положение, да? Вот. Открываем ему ротик, и каждые 2 минуты до приезда скорой мы будем положить ручку на животик, на спинку и проверять, человек дышит или не дышит. Вот. 10 секунд посчитали, каждые 2 минуты еще раз посчитали, если... Вот. В таком положении обычно люди приходят в себя. То есть, ну, мы в таком боковом положении обычно мы спим. На панике лучше, конечно, показывать на человеке. Вот. Якщо друга... щось проблема з серцем пов'язана, як нам це визнати, що людині погано і треба? Ми закінчимо СЛР, а потім повернемося к этому. І так, друга ситуація, більш худша. Ми вважали, за 10 секунд ми услышали тільки один вдох. Може бути, це останній вдох був. Якщо ми, може, ми ошиблися, ми ще раз 10 секунд посчитаємо. И раз, и два, и три. Раз. Он не дышит. Я тогда кричу: Таня, человек перестал дышать или человек не дышит. Тогда вы еще раз надо перезвонить скорую помощь. В вашем случае вы звоните в скорую помощь. Что-то вы говорите, человек или перестал дышать, или человек не дышит. Я в это время снимаю с него одежду. Расстегиваю, да? Я говорю вслух, я убираю украшения, если они есть. Очень важно, чтобы человек лежал на жестком, ровном, ровной поверхности. В идеале это пол. Если, допустим, мы говорим на пляже может быть песок. Песок нужно разровнять до мокрого, до твердого. Обратите внимание, чтобы под спиной не оказалось там стекло, там гвоздики, там камушки. Чтобы еще не расходят людини. Да, да, чтобы мы не навредили больше. Итак, мы расстегнули курточку, я убираю украшения, если очки обязательно, говорю, я убираю очки сюда ложу. Это я говорю не только для, это для окружающих. Это я показываю о том, что я эти вещи не заберу себе, да. Итак, я запрокидываю голову, у каждого из нас, у нас здесь, вот здесь есть ямка. Если так по рыбушкам, то вот здесь у нас ямка есть, и вот здесь есть ямка. От этих мест мы отмеряем, разбиваем эту часть наполовину. На первую половину мы ставим ручку. Вот, я могу показать вот так. Мы берем руки в замок, вот так, вот. Трехугольник. Такому, так? Отак, замочок, ручок. Я теж намагаюся вивчити. Конечно, треба і мені також прикраси, так розумію, знімати, так, ну, щоб людині, чи як? Ми ставимо сюди от ручку, навалюємося на чоловіком таким образом, щоб 90 градусів бути над ним, да? Пальчики, от ці пальчики, не розслаблені. Я наклоняюся ним, руки не розгибаю, починаємо надавлювати з темпом 100-120 разів в минуту. І так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. У нас в студії Андрій Давидюк, інструктор з надання першої медичної допомоги, волонтер. Отже, ми робили непрямий масаж серця, так я розумію, зараз нашому потерпілому. Що далі? От якщо, скільки його варто робити, давайте нагадаємо. Итак, продолжим, да? Международный протокол спасения говорит, человек, который остановил сердце, надо надавливать в область груди со скоростью 100-120 раз в минуту, вот, с темпой таким, и 5 сантиметров продавливать. 30 нажатий, 2 вдоха. Ну, вдох мы делаем при условии, что это наш или родной человек, или у нас есть клапан, маска-клапан. Сейчас в аптечках автомобильных практически во всех есть вот такой или похожий прибор. Якщо, наприклад, у нас немає під рукою, там, і немає навіть де у кого взяти в аптечці. Ми зараз покажемо, як з клапаном робити, і потім розглянемо. Ми вставляємо внутрь, ми запрокидуємо голову чоловіку, потім, якщо не запрокинув голову, нічого не произойде. Ми закриваємо рукою пленку, щоб... І пытаемся сделать 2 средних вдоха. 2 средних вдоха и контролировать краем глаза, поднимается грудная клетка, не поднимается грудная клетка. Итак. Я бачу, как поднимается. Это раз. Очень важно запрокидывать голову. Если мы голову не запрокинем человеку вот так, таким образом, то есть
дихальні поті будуть перекриті і воздух не поступить йому почерпати. Тобто таким чином ми ніяк не допоможемо, так? Лише треба закидувати голову. Звісно. Зачем этот, нужен этот маскоклапан? Это наша біологічна безопасность. Якщо чоловік, допустим, нам не знакомий, это не наш друг, з которым ми кушаємо з одної тарелки, з одної ложки, к примеру, или там наш родной человек, то мы не знаем, какими заболеваниями есть у этого человека. Это может быть и туберкулез, и герпес, и гепатит, и все что угодно. И маскоклапан – это лично наша безопасность. Использовать его или не использовать – это уже право каждого человека, желание. Если нету маскоклапана, вот, ну, конечно, можем дышать. Если нету маски клапана, протокол спасения именно и американская рада кардиологов говорит, лучше не дышать, потому как именно вентилировать легкие искусственные – это всего лишь 10% от спасения человека. А 90% эффективности – это нажатие на грудную клетку. Вот это, именно вот эти движения, вот, они 90% спасают всех людей, которых остановило сердце. І так. Тобто 100-120 разів. 100-120 разів. Ну, приблизно темп, як в пісні «Між нами тает лёд». Вот. Так, зрозуміли. Що, спробую я? Я устав, я прошу дівчинку, ви зможете мені допомогти? Ну, так. Сядьте, пожалуйста, напроти мене на колені, як я. Колені немножко шире, шире поставьте, да. Так. Візьміть руки в замок. В замок. Вот, як я, да. І ставте вот сюди. Так, вот тут. Да. Наклонитесь над ним 90 градусов, локоточки не разгибайте, жестко, и прогните спинку, и нажимайте. Слушайте. Отлично, отлично. Мне кажется, на людині це важче буде робити, так? И мы должны считать вслух, почему мы считаем вслух, когда мы считаем вслух, а я в это время запрокинув голову, чтобы вентилировать. Человече, мы вас рятуем. Да. Мы качаем и мы смотрим на его лицо, посматриваем. Угу. Если у человека открылись глаза, значит, он пришел в себя, мы убираем руки. То есть мы припиняем, так? Конечно. Так, все. Очень важно, я коснусь этой темы, считать вслух. Когда мы начинаем считать вслух, мы начинаем себя успокаивать, угу. Раз, и мы начинаем четко отмерять ритм нажатий. Если человек открылись глаза, он пришел в себя, мы прекращаем надавливать на грудную клетку, мы стараемся его перевернуть на бочок, да, открыть ротик, пускай он кашляет, пускай он приходит в себя и укутать. Тобто, якщо людина була непритомна, ми зателефонували у швидку, сказали, що так, вона була непритомна, потім вона все ж прийшла до тями, ми телефонуємо, знову кажемо, так? Ну, швидка вже їде. А, ну, вже майже, напевно, і приїхала. Хай приїде швидка, то що стан його може погіршитись. Тобто, ми в будь-якому випадку, пускай приїде скора допомога, чоловік остановить серце, пускай лучше профессиональные медики его исследуют, он проведет ночь в больнице, к примеру, то есть, и это будет лучше, чем что можно придумать, так сказать. Итак, второй вариант. У нас нету клапана, мы не дышим, мы качаем 200 раз, потому как, допустим, у него там повреждена челюсть, некуда дышать даже, есть такое, да, некуда дышать. Мы качаем 200 раз, мы запрокидываем голову 10 секунд, чтобы отдохнуть и послушать, дышит он, не дышит. Да. Угу. Вот. Если человек задышал, мы прекращаем качать. Второе. Прекращаем качать, когда приехали медики, пришли к нам, постучали по плечу, спасибо, теперь наша очередь. Второй вариант, когда прекращаем качать. Третий вариант. Прекращаем качать, когда в этом месте стало нам небезопасно. Допустим, здание, в котором мы находились, проводили СЛР, начало рушиться, или там пожар увеличится, или если это проезжая часть, и наши знаки, аварийные знаки не видят и сбивают автомобиль, нам надо сохранить свою жизнь прежде всего. По возможности перетащить пострадавшего где-то в безопасное место и там продолжать это СЛР. То есть, потом как бы будет мнение, что человек, если посинел, в этом же умер, не надо качать, не надо стараться. Очень часто, когда утопленный, когда стоит с воды, он уже синий. То есть, но человек еще жил. И вот люди, он синий, уже все, достаточно. Ну, вот. Кстати, утопленникам. Вот, очень много людей, я читаю такую новости МЧС, я подписан на канал МЧС, вот я читаю, и очень... Ну, страшно, сколько людей, там 5 человек в день утонет у нас на Украине, там 6 человек, то есть в основном это из-за алкоголя, конечно. Вот. И первое правило утопленников, мы достаем человека, который уже, допустим, не дышит, да, мы должны уложить его, вот. Ну, к примеру, берег имеет уклон. И люди по ошибке ложат таким образом, что ноги находятся в воде, а человек вон по таким углом. Мы должны положить
паралельно в воді розрівняти пісок, да, убрати сухий тобто пісок. На рівну поверхню. Да, на рівну тверду поверхню. Тобто положити його, заприкинути голову, відкрити рот, посмотрети, нету ли там іла, нету ли там водорослей і так далі, інородних предметів. Якщо не є, то, то хоча б як-то по возможності це все убрати. Далі ми те ж саме розстібаємо чоловіка. Вот. Но одна така но. Утопленнику ми робимо спочатку 5 спасательних вдохів. 5 спасательних вдохів. По поводу вдохів. Обратите внимание, ну, мы все с вами разного размера люди, да, примерно. Если объем моих легких, это один размер, объем Татьяниных легких, другой размер. Если ребенок, то это другая ситуация. Если маленький грудничок, мы будем дышать только тем воздухом, который находится у нас во рту. То есть мы будем только... Если подросток, чуть больше, да. Если, допустим, большой дядя, я буду два четких вдоха делать. Вот. Потому как спасая человека, мы можем еще, не дай бог, ему повредить. Итак, запрокидываю голову, я закрываю нос, я делаю 5 спасательных вдохов утопленнику. Если человек не задышал, так как очень часто человек, который попадает под воду, и попадая холодная грязная вода на связки, у нас происходит спазм, перекрываются дыхательные пути. И 5 вдохов может быть расслабит эти связки, и человек задышит в этот момент. Но если человек не задышал, мы начинаем СЛР. Да? Мы начинаем то же самое. 30 на 2, 30 на 2, 30 на 2. Ну, приблизно зрозуміли, що робити. Звісно, це не весь курс, дуже да, мало так. часу для того, щоб показати усе, але думаю, ще будемо зустрічатися в ефірах, показувати, тому що Конечно. Дійсно ці навички мають знати всі, щоб у таку хвилину не спанікувати, а дійсно знати, що робити. Отже, ми знаємо, що треба телефонувати у 103 за номерами 103 і 112, якщо ні, то 101, 102. Обов'язково телефоном розказуємо, що відбувається, де ви, що ви. Допомагаєте також людині, яка рятує, або ж і самі знаєте, скільки натискати, 100-120 натисків, так, в хвилину. Так, отже, не забувайте, обов'язково долучайтеся до нас і будете завжди в курсі того, як допомогти іншій людині, якщо їй дійсно стало погано. Андрій Давидюк, інструктор з надання першої медичної допомоги, волонтер сьогодні був у нас в гостях. Я уточнюю маленько, перша домедична допомога. Домедична. До приїзду медиків. Нам треба ці півгодини, годину ми повинні боротися за його життя. Так, дякую вам.